Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Ведьмачка. Так, прошлый раз мы шарились по канализации и сделали какое-то задание. Так, чем мы займемся сегодня? Выземские связи. Письмо Годрика наверняка все же сможет мне помочь. Так. Время жатвы. Я должен освободить кирпичников. Угу, это на болото. Блин, я смогу найти еще небольшие зубы. Кольцо. Мне нужно идти в сторону часовни Мелителли. Тоже, по-моему, да? Так, основные это какие? Время жатвы. Выземские связи. Замок и ключ. Так, а контракт у нас на Фледеров. Фледеры по ночам, по-моему, ошиваются. Ага, нужно 25 перьев кокатрикса. Я не знаю пока, где их искать. Верно, я знаю, на болотах. Так, на болотах. Архиспор тоже, по-моему, на болотах. Ага, кольцо. Мне нужно идти... Так, ну понятно, в общем, на болото. Давайте, наверное. Только вот что именно. Так. Красавица и чудовище. Там. Так. И пойдем. Так, вам сюда. На болото пойдем, там много. Там много заданий всяких разных. Поэтому нам туда лучше. Так, это же нам надо паромщик, да? Надеюсь, он еще не спит. Очень на это надеюсь. Чаявшийся купец. Да пусти ты меня, ё-моё! Смотри, не пускает. Пусти, сказала. Да пустишь ты меня сегодня? Смотри, какой. Да. Давай, отвози меня уже. Окей, готов. Зачем постоянно об этом спрашивать? Естественно, готов. Нет, буду ждать. Никами сделать. Так, пропустим эту заставочку. Так, значит, куда нам? Добрый чего господин, нам? Нужна лодка. В разрушенную башню. Угу. Так, а поближе? Есть какие-нибудь задания? Допустим, вот это. Да. Сначала сюда пойдем. Так. Люблю это дело. Так, нет, нам. Кстати, нам нужны архиспоры, да? И кто-то еще. Ну, Фледеров я вряд ли здесь найду. А, виверны. Виверны где-то тоже там вот тут обитают. Кикимора-работница. Ну, кикимора-работница мне не нужна. Чё это было? Плавуны? Не, плавуны мне тоже не нужны. Отстаньте. Не хочу я на вас время тратить, отвалите. Да вы достали уже вылезать из своих нор. Так, алтарь Мелителли. И чё? Нам где надо здесь сделать? Место силы. Ну, допустим. Чё нам это дает? Подождите. Ну, алтарь Мелителли. Мы сюда пришли. Дальше-то что? Мне нужно идти в сторону часовни Мелителли. Труп дяди, а значит, по всей вероятности, и кольцо должно быть у часовни Мелителли. Ага. Кольцо.
Кольцо, кольцо. Здесь ничего нету. Никакого кольца. Или я что-то не то делаю. Здесь только... Здесь ничего нету. Где кольцо? Где труп? Да отстаньте вы, плавуны, ё-моё. Эй, чё ты так провисаешь-то? Так, ты опять не тем мечом, да? Надо серебряным же драться. Ну, ё-моё, ну ведьма. Как ребенок, ей-богу. Так, что-то я не пойму. Я пришла, и чё? Дальше. Вот она, часовня. Нету здесь никакого трупа. А, вон труп какой-то вдалеке валяется. Вижу, вижу, вижу. Ну это же не возле часовни, это дальше, чем с часовни. О, здесь пиявки. Есть пиявки. Отстаньте от меня, пиявки. Нифига их тут. Ой, они взрываются, я же забыла. Ой, май. Ай! Они так меня погубят сейчас. Если будут так взрываться. Так. Надо что-нибудь съесть. Уйди, противная. Нет, не умерла вообще. Взрывайся! Чё ты не взрываешься? Взрывайся давай! Да ты чё? Да ты когда она взорвётся-то уже, а? Ой! Ёшкин кот! Да уж. Наверное, вот этот труп. Дяди или кого там. Тети. Так, сейчас глянем. Ага, вот и кольцо, кстати. Все, надо вернуть кольцо моему нанимателю. Окей, вернем. Вернем, вернем. Жуткая жуть. Так, ладно. Кольцо это все интересно, конечно. Надо что-нибудь съесть. Какое у нас еще тут задание? Давайте глянем заодно. Красавица-чудовище. Мне нужно отправиться к друидам. Ну давайте, они тут не так далеко, кстати. Друиды. И где-то тут еще виверны обитают, насколько я знаю. Насколько я помню. В всяком случае, я их здесь встречала. Я это помню. Я это помню. Ты чего, ведьмак? Двигайся. Да ладно, ты что здесь не пройдешь? Может такого быть. Иерофант, друид. Еще кто там, я и Вин. Так, и чё, к кому мне? Тут виверны, но они прирученные. Так. И к кому мне? К Иерофанту? Да, приветствую. Неужели мои старые глаза сыграли со мной злую шутку? Это Геральт, знаменитый белый волк? Да, это я. Откуда ты меня знаешь? Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышовура. Мышовур. Я потерял память и не помню никого по имени Мышовур. Возможно, я смогу тебе помочь.
Если бы ты остался тут на несколько лет... Ну, прикалываешься. К сожалению, меня ждут важные дела. Но я бы хотел поговорить с тобой кое о чем. Да, Белый Волк? Так, я познакомился с женщиной, зовут Кармен. Ее возлюбленный по ночам превращается в волк. Она хочет спасти его. Давайте вот так. Что ты думаешь о Скоэтаэле? Сначала поговорим. Политические конфликты меня не интересуют. О левом, так сказать. Мы переживем все волнения... Мы не представляем ни для кого угрозы, и у нас нет тех богатств, которые так нужны королям и императорам. А еще они знают, что нам не нужна их власть. Им может не понравиться, что вы укрываете белок. Мы помогаем всем, кому нужна помощь. Людям и нелюдям. Если только они уважают наши традиции. Эльфы, дети лесов... Уважают и понимают природу. А люди нет? Увы, не все. Реки около больших городов отравлены отходами. Люди вырубают древние леса. Животные, которые еще несколько десятков лет назад водились здесь в изобилии, вымирают. Понятно. Да, Белый Волк? У нас есть общие друзья? Можно и так сказать. Мне рассказал о тебе мой бывший партнер по покеру Мышовур. К сожалению, мы давно не виделись. Я люблю играть. Может, как-нибудь сыграем с тобой? Почему бы и не сыграть? Говорят, ты неплохо играешь. Посмотрим. Эй, ты куда? Я могу сыграть с Иерофантом. Прикольно. Эй, подожди, 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 давай поиграем. Чувак, чё ты сел-то? Эй, алё. Да. Давай сначала сыграем. А, давай ставку побольше. Ну и чё у меня? Две тройки, а, три тройки. У меня сет, у него пара. Давайте повысим. Так. У меня сет, но я ничего менять не буду. Так, а как это сделать, чтобы ничего не менять? Подождите. Я не хочу. Как пропустить ход? А, вот так. Как это проиграл? В смысле проиграл? У меня сет был. Так нечестно вообще. А, у него три шестерки. Это, наверное, лучше, чем сет. Так. Чё-то у меня опять какая-то хрень. Две пары, у него ничего. Ну, блин, давай. Так, у меня две пятерки, две двойки. Давай еще одну пятерку или двойку выпади, а? Туй! Ну, блин! В смысле? Я бабки проиграла, нет, вы представляете? Наверное, не надо повышать, тогда, наверное, выиграешь. Ну, давайте... Я не знаю. Что-то либо он сильный соперник, либо не знаю. Что-то у меня опять фигня какая-то выпала. У него так все замечательно. Выпади нормальное, а? Три пятерки. Так, ладно, выиграли дальше, чё? У меня две пары, у него две пары. Блин, не знаю, повышать, не повышать. Ну, давайте повысим, фиг с ним. Так, у меня две пары, да? Давай, четверка.
Печально. Печально. Все это очень печально. Сейчас нужно выигрывать по любасу. Что, у меня там две шестерки. И все. Как-то не очень. А у него две пары, смотри. Ты посмотри. Нет, ты посмотри, что делает чувак, а. Ай-яй-яй-яй. Че, у меня две шестерки, да? Блин, ну выпади шестерка, а, ну пожалуйста. Две четверки выпало. Печалька. Вообще печалька. А ему три четверки. Ну блин, ну как так-то? Ё-моё, я сейчас все бабки проиграю. Чё за иерофант этот такой, а? Давайте поболтаем. Я познакомился с женщиной. Ее зовут Кармен. Ее возлюбленный по ночам превращается в волка. Она хочет спасти его от этого заклятия. Ты ведьмак. Ты должен знать, как справиться с ликантропией. Разве нет? Когда-то я, может, и знал, что делать в таких случаях. Но теперь я ничего не помню. Конечно. Моя память уже тоже не так остра, как раньше. Я знаю несколько средств от ликантропии, хотя сам я их еще не испытывал. Я думал о магических средствах. Может быть, есть какой-нибудь эликсир? Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе стоит спросить опытного алхимика, если появится такая возможность. Но я читал, что в таких случаях может помочь рубашка из собачьей петрушки. Рубашка? Из собачьей петрушки? Да, была какая-то история про близнецов, которые превратились в лебедей или в уток, я точно не помню. Собери 5 листьев собачьей петрушки и скажи мисс Кармен, пусть сошьет из них рубашку. Да, у меня есть, кажется. А потом она должна будет заставить своего любимого носить эту рубаху всю ночь. Угу. Благодарю за совет. Есть еще народные средства. Глупо, конечно, рассказывать об этом профессионалу, но честность требует, чтобы я это сделал. Говорят, что настоящая любовь может превратить зверя в человека. Настоящая, искренняя любовь. Ну это я да. Я запомню это. Запомни одно. Ликантропия – болезнь, которая меняет не только внешний облик человека. Прежде чем пытаться снять такое проклятие, ты должен удостовериться, что в душе оборотень все еще является человеком. Почему? В противном случае он продолжит убивать даже после исцеления и до конца своих дней останется всего лишь чудовищем. Понятно. Я постараюсь выяснить, кем на самом деле является этот оборотень. Да, белый волк. Давай, блин, ты проиграешь мне, а, чувак? Надо бы поговорить с Кармен о том, кем на самом деле является оборотня. Она вернулась в храмовый квартал. Угу, хорошо. Блин, я должна выиграть у этого чувака. Я должна это сделать. Иначе я очень сильно обижусь и разозлюсь, и вообще. Чё за невезуха пошла? Либо он сильный соперник. Такой вариант тоже есть. Хоть бы раз повезло, а? Уже, сука, баба кому проиграла. Смотри, нифига не выпало вообще. В смысле, я выиграла. О, даже так. Ну ладно, допустим. А когда не повышаю ставки, выигрываю. Как так? Три четверки. Две однерки. У меня фулл хаус, у него пара, я... Можно я повышу? У меня фулл хаус, вы чё, ребята? Я выиграла. Ага! Ага! Я выиграл иерофанта, буду искать другого профессионала. Я профессионал и готов к игре более... Новый уровень, войдите в режим медитации. Хорошо. Я войду в режим медитации. Так, а у меня есть собачья петрушка? Это вопрос. Вроде бы я собирала когда-то давным-давно. Травы. Где травы мои?
Листья волчьего алоэ. Так, язык, плоды берберки. Стортути, зеленая плесень, мембрана с крыльев. Давайте соберем на всякий случай. Собачья петрушка, да? Где-то я тут встречала собачью петрушку, а вон вижу. Там, где волки, там и собачья петрушка. Все логично. Раз. Где еще? Может, она у меня все же есть? А, вот, у меня есть. Все, не надо собирать. Так, где-то здесь обитали виверны. Где-то вот туда, если идти. Кажется. Где-то там были виверны, я помню. Или не там. Ну, где-то в этом районе. Хочется сразу с ними закончить, с верными с этими. А что мне от них надо собрать? Что-то я уже... Пиявка. Ты обалдел, волк. Волк, ты нюх потерял. Да убей ты его уже. Так, где же они обитали, эти виверны? Где-то обитали. А что, здесь не пройдешь, что ли? Печалька. Так. Виверны, виверны, виверны. Где же вы обитали? Виверны. Где-то тут, по-моему, нет? Нет, дальше, по-моему. Или тут. Или тут, или дальше. Не помню, не помню. Пока только пиявок вижу. Это кто такие? А, надо же еще помочь этим. О, королевскую виверну вижу. Вот они нашла. А нам надо королевскую или какую? Давайте наточим свой серебряный меч. А то я вообще этим не пользуюсь, этими штучками-дрючками. У тебя, может, силовой стиль надо? Ну, нормально он с нее снимает, в принципе. Только если она... Ага. Ну давай, иди сюда, красотка. Она травит меня, зараза, смотри, что делает. Бей ее! Давай, Геральт, мочи ее. Нормально. Королевская, верно. Так, это чё? Яйцо виверны. А мне чё надо собрать? Так, это чё? Клыки Фледера. Ну, клыки чё-то никто не берет. Я их выброшу, наверное. Вот яйцо возьму. А мне-то чё надо собрать с них? Что-то я уже это... Дайте я гляну. С виверны. Так, мне нужно 3 порции мяса. А мясо надо? А я чё с них сейчас собрала? Даже что-то не заметила, что я с них собрала. Так, я хотела для красоты сфотаться. Ну ладно, сначала надо убить, потом фототься. Да убей ты ее. Здесь нам не надо никакую книгу изучать, чтобы собирать с нее мясо. Кто? Моа? Ты кто такая? Ты кто такая? Может, Икс? Наверное, быстрый стиль для нее лучше. Ай, больно. Как бы она меня не убила. Моа это. Что она какая-то сильная. Вдвоем нечестно.
Бей! Да блин, Геральт, ты чё, ё-моё? Где Рафара Белого? Мне надо Рафара Белого съесть. Бей их! Они еще и травят, смотри, что делают. Фуф. Так, надо съесть срочно чего-нибудь. Булочку, да, чернику. Ну, кушай. Чё он не кушает-то? Геральт, ё-моё, ты чё? Так, мясо. Голова самки. Яйцо виверны. Мембрана с крыльев. Токсин. А мясо-то мы не собираем с неё, смотрите. А, нет, всё? Того, что виверна мертва. Всё собрали, что ли? Нужно идти за трактиршку за наградой. Прикольно. То есть мы все сделали, что ли, получается? Да? Даже так? Ну давайте, так будет у нас. Красота. Для ревьюшки. Так, ладно, допустим, убили мы виверн. Хорошо, кто у нас остался? А, архиспоры, это вот эти, по-моему, как их... Ой, как же их называют-то, господи. Ну, вот эти вот... Ну, вы меня поняли. Цветы вот эти большие, короче, это, по-моему, архиспоры. Так, наверное, с кирпичниками в другой раз будем разбираться, я так думаю. Так, о, костерчик, нам уже нужно новые таланты распределить. У нас уже их 4 аж. Чё мы можем изучить? Силу? Силу. Ну давайте силу. Что-то я про знаки забываю. Время медитации увеличено. Так, ладно. Что здесь у нас? Так. Здоровье плюс 2 за каждый уровень. Сопротивление нокдауну. Стик самосохранения. Повреждение плюс 30%. Ну давайте, все подряд, короче. Изучим. Так, а это что за очки? Для чего они? Так, ловкость. Ловкость мы не можем ничего здесь, да? Ладно, выносливость тоже. А, выносливость можем. Иммунитет к ядам. Ну давайте, прокачаем иммунитет к ядам. Так, дальше. Интеллект. В интеллекте тоже ничего не можем. В знаках. Давайте обезоруживание. Так. Дальше. Это что? Игни, да? В игни ничего не можем или можем? Я им не пользуюсь, в принципе, этим игни. Так, ладно, силовой стиль. Что здесь мы можем качать? Кровопотеря. Боевая расть 1. Повреждение. Ну давайте. Это какой-то капец. Игра свернулась, а разворачиваться не захотела. По-моему, вот эта фигня стала после того, как обновилась NVIDIA. Так, ладно, распределила я таланты. Пришлось перезагружаться, это жесть просто. Так. А записывать NVIDIA-вское этим Shadows Play я не могу, потому что тогда не отображаются вот эти вот надписи. Все замечательно, кроме этого. Так, ладно. Это мы сделали, верно убили. Надо теперь пойти сдать задание. Так. Кирпичников мы потом будем освобождать. Так, надо кольцо отдать. Так. Ага. Это нам обратно. Просто какая-то жесть. Она раз 5, наверное. А, и притом я же не сохранилась, мне пришлось заново, короче, все проходить это, убивать виверны, все это про и все такое прочее. Причем не раз это пришлось делать, а несколько раз, потому что опять что-то нафиг все зависало и жесть, короче. Я теперь буду очень часто сохраняться. Да блин, где тут выход? Буду очень часто сохраняться, чтобы такой фигни не было. Что автосохранение здесь очень редкое. Очень-очень редкое. Вот такая вот фигня получилась. Так, нет, я с вами драться не хочу вообще, вообще никак. Отстаньте от меня. Я бегу сдавать задание.
Два задания, да, мы, получается, сделали. А, еще я там поговорила с Яевином. Так получилось вне кадра. И взяла у него какое-то задание. Короче, он нас послал в канализацию. Что же он там нас послал-то? А, где это задание? Хищная виверна. Должен представить главному ловчему. Так, а вот. А, Яевин попросил меня разыскать его воинов в Изимской канализации. Вот. Что как-нибудь мы сходим еще раз в канализацию в эту и найдем его воинов. Так, блин, нам надо же утро дождаться, да? Паромщик сейчас, наверное, спит или где он? Или не спит? А, нет, вон он, не спит. Правильно, не надо спать, меня Как жди. я ненавижу эту Новый погоду. клиент? Да, давай. Что? И Назад это меня, время... назад. Да, нас и свои деньги. Конечно, Капла. готово. Ой, игра, я тебя умоляю, только не зависай, только не вылетай, только не сворачивайся. Что... Я не выдержу заново все это дело. Перезагружаться. Я точно, если такая фигня будет слишком часто, я закончу с этой игрой. Так вот. Вернее, я буду ее проходить, но вне записи. Что записывать старые игры, блин, это такая муторная вещь. Проклятие в горле пересохло. Такая муторная. Чего-нибудь день не то. Программы-то современная, игра-то старая, и, соответственно. Спать хочу. Соответственно, вот такая фигня получается. Приходится одну игру записывать. Fallout замечательно записывается Shadows Play. Вот, а это вот только Бандикамом. Так. И чё, Мне не поняла слишком я, мало куда нам? платят за такую работу. Подождите, что-то я не поняла. А нам куда? А, ту! Нам же того чувака, который там ходил, обедневший, ой, купец, короче, какой-то. Да, нам надо утро дождаться. Ща мы. А потом уже пойдем ко всяким ловчим и так далее и тому подобного. Главное, мы задание несколько штук сделали довольно быстро. Теперь только их сдать осталось. Блин, ну почему нельзя разжигать костры в любом месте? Обязательно надо в одном каком-то определенном. Так, значит, нам нужно до утра дождаться, да? Окей. Так, дождались. Идем ищем этого чувака. Если бы не монстры. Одна, вон он, отчаявшийся купец. Отчаявшийся капец. Ведьмак, я нашел твое фамильное кольцо. Премного благодарен. Буду молиться за тебя, Мелители. Вот, держи свою награду. Прощай. Награды хорошо, награды супер. Я получил свое вознаграждение. Оставаться Получено 100 навсегда. аренов! Всего-то. Ну Может, ладно, хотя бы. добавим взять в Так, горницу? следующее задание сдаем. Какое? Контракт на Виверн. Ну давайте. Так, это на нам в купеческий квартал или куда-то там. Так, а в этом, в храмовом квартале, какие задания? Касается чудовища. Надо бы поговорить с Карманом о том. Но это уже продолжение будет. Это мы еще не сдаем. Я должен предоставить главному ловчему доказательства. Но это опять же, да, не в храмовом квартале. Это в купеческий нам надо. Ну, в купеческий, так Мне слишком купеческий. мало платят за такую работу.
Раз купеческий, значит купеческий пойдем. Вот почему оно, да, оно сохраняется, но это не всегда при переходе. Так, а где, как мне найти купеческий квартал? Подождите. Почему оно так отображается? По-дурацки. Что мы можем? Как-то по-дурацки отображается. Подождите. Давайте отменим. Ну, я не знаю. Сделаем вот так. Так. Вход в храмовый квартал мне нужен. Так. Где он? А, вон. Ой, не в храмовый, в купеческий квартал. Я умираю, я знаю. Я слишком много работаю. Так, а мне ничего продать не надо? Золотое кольцо с сапфиром. Давайте сразу сходим к этому. К торговцу, да продадим это кольцо с сапфиром. Эх вы! Ах, если бы у меня были... Этот чувак вроде бы скупает. Колечко возьми у меня. А еще что ты покупаешь? Это что? Кремень. Не кремень, мне самой нужен. Ну да ладно, бери. У меня 10 штук есть. Так, это что? Алмазная пыль? Нет, это алмазная пыль мне нужна. Ладно, пошли дальше. Что за день? Винсент Майс. Ничего он нам нового не может сказать? А, Винсент Майс. Здорово. Нет, понятно. До встречи. Ладно, не хочешь со мной говорить, не надо. Слева, справа, кали! Ну давай, грузись. Так. Куда, значит, нам? Сейчас мы задание возьмем, посмотрим. Так, нам надо сдать какое? Вот это. Где? Ага. Сейчас попробуем найти. Фу, какой дождь, ужас. Ужас, какой дождь. Просто дождина. О, королевский ловчий, нам же к нему, кстати, тоже надо. Привет. Надоели тебе предместья? Я получил приказ возвращаться в Вызиму. Король Фольтест скоро вернется. При случае я вознаграждаю тех, кто помогает устранить опасности для общества. Опасности для общества? Награды за убитых чудовищ. Есть кто-то на твоем счету? Конечно. За что хорошо платят? Огромный волк появился на болотах, а местные утверждают, что видели самку виверны, которая крала детей. Так я убила ее. Виверны не нападают, если их не провоцировать. Местные. От них сплошные неприятности. Наверное, они попытались отогнать виверну каким-то народным способом. Я убил старую самку виверну. Вот доказательство. 600 аренов твои. Круто. Теперь нам волка надо убить, да? Я получил свое вознаграждение, хищная виверна, предмет, голова самки, что-то там. Конечно. Теперь, так понимаю, надо какого-то волка, да, убить. Ну, ладно, учтем. Так, нам куда нам вообще? А. Я правильно иду-то? А. Немножко не так пошла. Что за FPS, ё-моё, из-за дождя, что ли? Так, куда нам? Сюда? А, нам в эту, в таверну. Нам в таверну. Да дайте я зайду, блин.
Так. И кому нам? Еще раз. Кто забыла? Нет. А, ну к трактирщику, да-да-да. К трактирщику. Приветствую. Чем могу? Я пришел по объявлению. Ах да, мясо виверное. Надеюсь, у тебя все три? Да. Вот, держи. Вот твои деньги. И сколько? 200 аренов всего-то. Ну ладно, и то хлеб. О, у нас 3000, уже еще 2, я куплю ту броню. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Всем пока. Привет.